Первый и единственный в России круглосуточный студенческий телеканал «Универ ТВ» вещает в эфире уже 9 лет. Он дважды становился лучшим и не собирается сбавлять обороты. Почему? Узнаем прямо сейчас. «Универ ТВ» — это кладезь полезной информации и полный амбициозных людей телеканал. Профессионалы, готовые делиться своими идеями и делать крутой контент для своих телезрителей в разных жанрах. В 2010 году по поручению ректора Ильшата Гафурова в Казанском университете создали телеканал «Универ ТВ». Свое круглосуточное вещание он начал в 2012 году. Здравствуйте! В эфире программа «Универ Ньюс» и я, ее ведущая, Римма Зайнетдинова. Наш выпуск посвящен началу учебного года. Сегодня мы расскажем вам, чем запомнился День знаний 2012 года студентам Казанского федерального университета. Телеканал транслирует в эфире как программы собственного производства, так и программы партнеров, а также качественные научно-популярные фильмы. Площадка «Универ ТВ» – это отличная возможность начать свой путь в медиапространстве. На телеканале работают люди абсолютно разного возрастного диапазона, от студентов, которые начинают здесь свой творческий, свой медийный путь, до уже настоящих профессионалов. Приятно видеть здесь тех, кто, в принципе, здесь вырос. Ну, я являюсь тоже одним из таковых, кто начинал с полставки корреспондента и теперь возглавляю отдел новостей. А «Универ ТВ» — это огромная площадка для самореализации, для какого-то творчества, для того, чтобы ты как раз вот снизу поднялся вверх. «Универ ТВ» играл большую роль в моем становлении как профессионала, потому что я здесь обучалась азам, писать текст, работать с техникой, с камерой, решать какие-то рабочие моменты. Я сама снимала свои сюжеты, сама их монтировала, сама писала к ним текст. «Универ ТВ» — это команда профессионалов, молодых талантливых универсалов, которые создают качественные материалы и реализуют собственные проекты для зрителей. И каждый, кто когда-то был частью телеканала, точно получил бесценный опыт работы в медиаплатформе. На этом все. С вами была Энджи Минибаева. До новых встреч!